будет замечательный рисовый салат. Рис, мне нужен индика, очень хорошо подходит для такого вида салата, потому что он не разваривается, сохраняет вот эту структуру длинных, белых, таких упругих зернышек. На стакан, как обычно, на стакан риса. Есть небольшое нововведение в обычный рецепт отварного риса. Смотри, стакан риса, 2 стакана горячей воды, ну, практически кипятка. И это еще не все для этого салата. Сюда же отправляю 2 столовые ложки растительного масла. Оказывается, вот оно, спасение для того, чтобы вода не убегала, чтобы не поднималась без конца эта пена. Представляешь, какой кайф? И еще, где мой обесцедренный лимон? От индейки оставшийся. Половинку лимона вот так вот чуть-чуть надрезать, чтобы сок лучше уходил. Все, рис варится. Понадобится тебе где-то 16-18 минут для того, чтобы рис был вот такой консистенции, тверденькой. Ну вот посмотри, как замечательно проготовился рис, видишь? Да. У него прям такой цвет фантастический. И рассыпчатый. Рассыпчатый. Такой. Да. Ой, посмотри, самое главное, его не нужно ворочить, пока он варится. Теперь, что касается дальше. Остальные ингредиенты салата, вообще, в принципе, это все очень просто. Тебе нужен один болгарский перец. Лучше красный, потому что я буду добавлять латку кукурузы, и она желтая. Хочется, чтобы было разнообразие. Но, в принципе, ты можешь использовать и желтый, если ты любишь просто желтый цвет. Естественно, обезвреженный. Ну, семена, они, конечно, не острые, как ты сама понимаешь, но просто они не очень приятные, когда они остаются в перце. Поэтому у каждого есть свой способ, чтобы вынуть семена. Любой подходит в данном случае. Если кто-то очень-очень любит, например, там какие-то маринованные перцы, то можно использовать и маринованный перец. Если ты, например, заготовила за лето, и у тебя есть там какой-нибудь, знаешь, раньше мама моя очень вкусно в растительном масле закрывала такие маринованные перцы. Кубиками нарезаешь перец. Один целиком перец. Одна палочка сельдерея, тоже нарезанная кубиками. И корень сельдерея тоже замечательная вещь. Замечательная вещь. Ты знаешь, что из корня сельдерея можно приготовить пюре только из одного корня сельдерея. Вообще не используя, не добавляя картошку. Будет очень вкусно. Итак, вот у меня нарезан перец и сельдерей. А это у меня лук-шалот. Деликатный, нежный, очень важный, который часто добавляют в салаты, а французы вообще без него жить не могут. Но, честно говоря, у него действительно очень-очень деликатный вкус, и для салатов он просто идеален. Если там какой-то лук нужно мариновать в уксусе или еще в чем-то, это, кстати, мы тоже будем мариновать в уксусе, но не для того, чтобы убрать его остроту, а для того, чтобы придать пикантность вообще всей нашей заправке. Уксус я буду использовать, уксус на эстрагоне, на тархуне по-нашему. Какой-нибудь небольшой... тарелочку, мисочку, лук отправляю, заливаю 2 столовыми ложками уксуса на эстрагоне, так, чтобы весь лук был покрыт. Сюда же можно добавить, не можно, а нужно, совершенно необходимо добавить крупномолотый черный перец. И еще, что совершенно необходимо, поверь мне, вот эта добавка, вот это добавление в твою заправку просто делает всю погоду. Мускатный орех творит чудеса. Я добавляю только 1/4 чайной ложки, больше не надо, потому что можно переборщить. Тут как раз тот вариант, когда осторожно, но без него не советую вообще даже приниматься за этот салат. Итак, теперь я беру какую-нибудь миску, шумовка, рис. Рис я не промываю. Слушай, ну этот салат замечательный тем, наверное, что его тоже немножко раньше можно приготовить, да? Его это можно не листовой. Абсолютно. Его, во-первых, его можно приготовить раньше. Во-вторых, его можно даже заправить, и с ним ничего не станет. Он станет от этого только лучше, понимаешь? Потом его можно на завтра, это то же самое. Это просто наш как будто классический оливье, который на завтра будет еще вкуснее. Так. Перчик, сельдерей, лук. Ничего не пропало. Перемешиваем. Посмотри, как уже красиво просто. Сюда же добавляешь оливковое масло. Ну, естественно, заправка не может быть без хорошего оливкового масла, потому что оливковое масло – это один из самых основных ингредиентов заправки, любой. Нужно не забыть сюда добавить сладкую, радостную, золотистую кукурузу.
3-4 столовые ложки. Но здесь я тебе тоже не указ. Ты можешь добавить столько, сколько тебе хочется. Кто как любит. Ну, главное, конечно, чтобы была гармония, чтобы было правильно, чтобы всех ингредиентов, ну, не было какого-то, вот, чтобы было слишком много риса или слишком много кукурузы. Поэтому, вот я думаю, 3-4 столовые ложки – это идеальный вариант. Пока эти ингредиенты знакомятся, два варианта, которые я тебе хочу предложить. Один вариант с огурчиками. Огурчики, если они у тебя, если не горчат, то снять кожуру. У меня не горчат, я уже пробовала, поэтому я кожуру снимать не буду. Нарезаю также кубиками. И половину салата откладываю в другую миску. И добавляю сюда огурчики. Если ты добавляешь огурчики, то это может постоять до завтра, это будет замечательно. Но если ты делаешь как вот второй вариант, это будет дыня. Вариант более элегантный, но должна тебе сказать, что в этом случае ты должна съесть этот салат сегодня. То есть это может быть приготовлено заранее, за пару часов, но держать это на ночь лучше не нужно, потому что дыня такая вещь, дама капризная, она не любит, когда ее заставляют себя ждать, понимаешь? Поэтому... Не знаю, мне кажется, что дыня на Новый год вообще это замечательно, правда? Как-то мне прямо с детства кажется, что дыня на Новый год это просто настоящий праздник, как мандарины. Что касается травки, то я тебе рекомендую тот салат, в который добавляешь дыню, заправить мятой, а тот салат, в который добавлен огурчик, заправить укропом. Вот тебе, кстати, получится два разных салата. Да, замечательно. После того, как ты уже заправила свои салаты, как ты добавила всю зелень, ты обязательно его попробуй. Потому что вообще это главное правило на кухне, нужно всегда пробовать, а то потом будут какие-нибудь, знаешь, неприятности, в смысле того, что потом попробуют гости, и уже будет поздно что-либо менять. А так еще можно добавить, я не знаю, перца болгарского, если мало, можно добавить перец чили, если кто-то очень-очень любит. Соли, например, посолить нужно обязательно еще как раз как следует. Кстати, про укроп чуть не забыла. Маслица, может быть, еще подлить нужно. То есть ты должна сама ориентироваться по обстановке, кому что нравится, как я сказала. Ну, естественно, ты сама лучше знаешь, что любят твои родные, домашние или гости. Я, в принципе, мне кажется, что в этих же мисках, в которых ты мешала, оставлять этот салат не стоит. Просто потому, что вот это вот очень некрасиво, когда ты вымешала салат, и остаются такие разводы на стеночках. Идеально. Все.